Говорят, я парень славный, может, стану генералом. Но если вдруг не выйду из огня... За нас воюют, за нас отстаивают честь. И передать это, в принципе, в песне, наверное, скорее всего, для этого. Чтобы люди знали. Потому что немногие смотрят телевизор, немногие читают газеты. А если человек идет на концерт на такой, он поймет всю боль, все переживания, которые происходят у людей на душе. Не дождется сына мать ждать ей похоронки. Встаньте. Памяти павших. Ради живых. Во имя правды. Мы всегда должны помнить имя простого солдата, отдавшего самое дорогое, что у него есть, это свою человеческую жизнь. Где-то пуля, где-то осколок оборвали жизнь наших ребят. И поэтому огромное спасибо нашим матерям за воспитание наших героев, нашего поколения. Вы нас простите, простите, солдатские вдовы, вдовы той страшной, кровавой, великой войны. Вот этот вот фестиваль, который зарождался именно как фестиваль, прежде всего, об афганских событиях, посвященный этой теме, он сегодня не изменил свою суть, просто он расширил диапазон. Сегодня это действительно замечательный фестиваль патриотической песни. Это высокое звучание патриотики в широком смысле слова. Патриотизм, да, он должен быть в каждом сердце русского человека, я так думаю. Патриотизм, естественно, это животрепещущая для всех тема, и поэтому, я думаю, это очень, так скажем, большая честь участвовать в таком фестивале и помнить о том, что произошло. Радует, что стало гораздо меньше белых танцев. Их было до 3-4 штук за один конкурс. Понимаете, то есть я что хочу сказать, что жюри очень хорошо поработало, вот отборочная комиссия, которая отбирала все, поработала на славу, поэтому вот сейчас на гала-концерте мы просто получаем удовольствие. Сегодня все. Посмотрите, какое у нас в этом году серьезное жюри. Это люди, которые, во-первых, профессионалы своего дела, а во-вторых, понимают цели и задачи фестиваля. И выявить не только лучших, но тех ребят, которые именно проживают в песне эту жизнь. Они живут этой песней, не только ее исполняют, а также поют душой.